конце этого года в Ленинском районе начнет работать многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг, где жители смогут получить все необходимые справки, оформить паспорт, недвижимость, земельный участок, автомобиль. Первой ласточкой работы в таком формате стало единое окно управляющей компании ЖКХ. С 26 марта этого года паспортный стол сменил прописку. Теперь все паспортистки принимают население в здании управляющей компании ЖКХ на проспекте Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3. А самое главное, что изменилась форма работы. Если раньше инспекторы паспортного стола принимали строго по адресам, то теперь с созданием единой базы можно обратиться в любое окно. Рядом прием ведут бухгалтеры. Времени на то, чтобы сдать документы или взять справку, уходит минимум. И это в субботнее утро. Такая централизованная система позволяет нам решить вопросы в оперативном порядке. То есть мы получаем обратную связь от населения. Если какие-то вопросы не могут решиться в службе единого окна, можно подойти к специалистам управляющей компании и решить эти вопросы с ними уже непосредственно. График приема жителей также претерпел значительные перемены. И тоже в сторону удобства граждан. Обратиться в единое окно можно 5 дней в неделю, со вторника по субботу, начиная с 8:30 утра и без перерыва на обед. Гораздо удобнее, чем было ранее, потому что раньше я тоже обращалась в похожие службы, нам надо было дольше стоять по очереди. Сейчас, в принципе, мы пришли буквально 3 минуты назад, и можно уже подойти к любому специалисту. Очень быстро все происходит. Мне очень нравится. В планах управляющей компании усовершенствование системы, объединение двух специальностей – бухгалтера и инспектора паспортного стола, что ускорит решение вопросов жителей. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».